или камеру, там, или на этом, это самое слышится будет. Серёжа, а ну давай попробуем. Нина, перезвук снимай эту часть. Спасибо. Да-да-да, зайди вот чуть-чуть. Во, вот так вот, отлично. Ты на пятой? Давай. Так, все готовы? Я готова. Юночка, подожди. Это можно было сделать вовремя? Извините. Все готовы? Внимание, камера, мотор. Сцена первая, дубль первый. Время и деньги. Вот две главные ценности современного человека. Третий во все времена был и остается дом, жилище, домашний очаг. Как построить собственный дом, сохранив при этом и время, и деньги? Об этом расскажет наш фильм. Вы решили построить дом. Что предпочесть, классическую схему или новые, современные методы? В этом фильме мы постараемся помочь вам ответить на этот вопрос. Ну а нам поможет в этом компания «Сферостройдизайн», чьи проекты воплощены во многих жилых и административных зданиях Днепропетровска и Крыма. Одним из направлений компании является проектирование и строительство быстровозводимых сборных домов из панелей высокой заводской готовности. О них и пойдет речь в нашем фильме. А этот кирпичный особняк, строящийся по классической технологии, послужит нам наглядным пособием для более убедительной демонстрации преимуществ новых современных методов строительства. Этот дом строится уже 3 года. Ну, во-первых, возведение таких зданий – процесс длительный сам по себе. А во-вторых, его часто приходится останавливать по причине банального отсутствия финансирования. Ну, о деньгах чуть позже, сначала о времени. Итак, строительство этого кирпичного здания длится уже 3 года. А вот этот дом построен ровно за 3 месяца. Он собран из панелей, изготовленных на заводе с помощью высокотехнологичного немецкого оборудования. Кстати, 3 месяца – это время, которое прошло от закладки фундамента и до окончания отделочных работ. А сама сборка здания на участке заняла всего 2 дня. Сборка здания за счет чего получается быстрая? За счет того, что изделия на заводе после расчета конструкторской программы выдается в виде чертежа крупногабаритных деталей. То есть стена может иметь 6 метров в длину, 3 метра в высоту. То есть, грубо говоря, 4 стены поставил, уже периметр дома стоит. За счет того, что крупногабаритность такая большая, за счет этого меньше узлов крепления. Это все получается как конструктор Лего в детстве, то есть очень удобно, быстро. И детали этого конструктора не маленькие кирпичики. Теперь одну за другой ставят целые стены, как когда-то один за другим клали кирпичи. Все это в несколько раз ускоряет строительство. Но есть и другие факторы, способствующие ускорению. Сегодня отличный день. О такой погоде строители могут только мечтать. Ведь иногда из-за сильного дождя или мороза строительство приходится останавливать. При этом сборка быстровозводимого дома может происходить при любых погодных условиях, исключая такие привычные для наших строек простои. Дом за 3 месяца, построенный под дождем и снегом. Ну, даже если это и так, ничего хорошего таким образом построить нельзя. Так скажет или подумает зритель, заранее сочувствуя жителям быстровозводимых домов, которые живут, не живут, а мучаются в сколоченных на скорую руку непрочных, некачественных зданиях. Интересно, а что по этому поводу думают сами жители сборных домов? Как им живется в таком непривычном для многих жилище? Здрасте. Здравствуйте. Можно? Заходите. Спасибо. Живется замечательно, тихо, уютно, очень красиво и очень хорошая атмосфера. Мы даже не думали, что за 3 месяца от нуля до вот нашего переезда мы можем построить себе дом по классической технологии. Это можно сделать вот в современной именно технологии. В доме по этой технологии живут наши друзья в Германии. Поэтому убеждать нас в том, что это современное и достаточно доступное жилье, не требовалось. А зрителя?
Похоже, у него еще остаются кое-какие сомнения. Поэтому еще пара-тройка убедительных аргументов ему, пожалуй, не помешают. Сцена 3, дубль 1. За аргументами давайте зайдем внутрь нашего кирпичного дома. Кладка выполнена на совесть. Но даже идеально ровную кирпичную стену для начала нужно прошпаклевать и оштукатурить, и лишь затем наносить финишную отделку. А вот идеально ровные стены панелей высокой заводской готовности позволяют сразу производить отделку набело, не требуя времени на ее подготовку и дополнительное выравнивание стен. Но и это еще не все. Наша технология изготовления панелей на заводе, почему мы ее называем быстрой технологией возведения какого-либо объекта? Потому что пока вы на заводе разместили заказ и вам изготавливают верхнее строение, то есть стены, стропила, перекрытия, окна, двери, все это делается на заводе, за это время на площадке никто никого не ждет, там делается фундамент. И когда заканчиваются работы по фундаменту, приезжают машины, краном идет монтаж, ни одна другая технология вам этого никогда не обеспечит. За несколько дней, просто пока нам делали фундаментные работы, на заводе изготовили сам дом, вместе уже с внутренними перестенками, с заложенными внутри стен коммуникациями. Да и требования к самому фундаменту упрощены, так как легкая панельная конструкция не оказывает такого же давления на грунт, как кирпичный или бетонный дом. А это еще один фактор, сокращающий время возведения. Но и он оказывается не последним. Ввиду легкости конструкции сокращается время и на усадку здания. А значит, после завершения строительства почти сразу же можно приступать к отделочным работам. За 4 дня был собран дом, и сразу же ставились окна, сделали кровлю и... В принципе, дом уже был готов под чистовую отделку. Нам оставалось только поклеить обои и положить ламинат. И это заняло у нас еще 2 недели, и мы смогли уже переехать. А теперь давайте еще раз перечислим все вышеназванные преимущества, которые уменьшают сроки строительства с 1 года, а именно такое время обычно требуется для постройки дома по классической технологии, до 3 месяцев. Дом собирается на участке как конструктор всего за 2-3 дня. Исключены строительные простои, неизбежные при строительстве по классической технологии. Идеально ровные поверхности стеновых панелей не требуют времени на подготовку и выравнивание стен. Пока на заводе изготавливаются панели, на участке идет строительство фундамента. Ввиду легкости конструкции требования к фундаменту упрощены. Сокращается время на усадку здания, позволяя практически сразу же перейти к отделочным работам. Сцена 4, дубль 2. Итак, экономия времени довольно ощутимая. А как же деньги? Можно ли, воспользовавшись технологией возведения домов высокой заводской готовности, сэкономить средства? Другими словами, получит ли заказчик экономию в деньгах, отдав предпочтение этой технологии? В деньгах он, конечно же, сэкономит. Первое, в чем он сэкономит, это ему не нужно охранять длительное время свою строительную площадку. Ему не нужно доставлять туда частями какие-то материалы, не надо вести отдельно балки, отдельно гипсокартон, отдельно утеплитель, отдельно. Это все уже в стене, она приезжает, готова, ее поставили, забыли. Второе, это, безусловно, конечно же, стоимость. А точнее, себестоимость самого здания, которую такая технология позволяет сделать максимально низкой. У нас были такие, скажем, случаи, когда люди обращались, они, ну, был сжатый бюджет, мы выбирали материалы достаточно хорошего качества, ну, качества Турции, да, Польши, их это устраивало. У них дом выходил где-то в районе 650 долларов по кругу вместе с отделочными работами, с дверями, с ламинатами, с кафелем, с электрикой, с лестницей, то есть крыша. Полностью. А материалы отделочные – это всегда ваш выбор, то есть мы никогда не диктуем свое. Можно нашу сэндвич-панель как в золото покрасить, так, в принципе, и водоэмульсионной краской тоже покрасить. Тут у вас полный выбор. Мы говорим сейчас о конструкторе, который мы собрали, а что внутри – это ваш выбор, только ваш.
Впрочем, заказчик может выбрать отделочные материалы и самостоятельно. И даже собрать свой дом он тоже может самостоятельно, не прибегая к услугам компании «Сфера-стройдизайн». Все условия и варианты прописаны в 4 пакетах сотрудничества, которые «Сфера-стройдизайн» предоставляет своим заказчикам на выбор. Сцена 5, дубль 3. Строительство дома вновь приостановлено. Начиная классическую стройку, по, казалось бы, утвержденной смете, мы никогда не знаем, какие еще дополнительные и непредвиденные заранее расходы повлечет она за собой. При этом технология сборки домов и стеновых панелей полностью избавляет заказчика от подобных неприятных сюрпризов, так как смета, утвержденная заказчиком в начале строительства, остается неизменной до полного его завершения. Но особенно такая технология экономически выгодна при строительстве объектов коммерческой недвижимости. В случае, если речь идет, например, о каком-нибудь бизнесе, да, где надо собрать какое-то сооружение, типа гостиничного номера, какой-то бани, там, отдельно стоящего там, кафетерия там, или еще чего-то, то очень важны, конечно же, сроки инвестиций. Если он идет с нами по нашей технологии строить свои сооружения, то он в итоге получает быстрые деньги. То есть он сегодня там, за 4 месяца получил себе объект, и он начинает ему приносить уже какую-то прибыль. А вот еще одно преимущество – неограниченная область применения технологии быстровозводимых домов. Стеновые панели высокой заводской готовности могут широко использоваться при строительстве не только частных домов, но и при возведении отелей, магазинов, кафе и других объектов коммерческой недвижимости. Подробнее об этом мы расскажем в следующий раз. А пока подведем итог. Какие же статьи экономии сокращают наши расходы на строительство с $1500, которые мы отдаем за строительство каждого квадратного метра площади обычного дома, до возможных 650? Сокращаются расходы на охрану стройки, строительные материалы доставляют 1-2 машинами, гарантированная фиксированная стоимость и, как следствие, отсутствие статьи непредвиденных расходов, возможность быстрого получения прибыли от объектов коммерческой недвижимости. Итак, вы решили построить дом. Что предпочесть, классическую схему или новые современные методы? По-моему, теперь ответ на этот вопрос очевиден. Сборный дом высокой заводской готовности – это качественно, быстро, недорого, а значит доступно. Почему же, несмотря на очевидность преимуществ, наши города и поселки продолжают застраиваться домами из кирпича и бетона? Да, очень много людей, наверное, сомневаются, когда становятся перед выбором там, современные технологии или классические. Вы же знаете наши традиции. У нас как бы, если пить, то до упаду, если дом строить, то обязательно с метровой стеной, из кирпича. Ну, это все как бы хорошо. Но когда мы говорим о времени, о сроках и о деньгах вложения в это все мероприятие, мы понимаем, что ну, не все себе это могут позволить. Весь современный мир за рубежом, все уже давно пришли к этим технологиям. Я думаю, что мы тоже не должны от этого отставать. Двигаться вперед, и современные технологии, они больше преимуществ нам дают перед какими-то старыми технологиями. У нас есть как бы менталитет, который надо ломать. Вот этот менталитет, он нам сегодня не дает возможности, грубо говоря, переступить через кирпич, скажем так. А через него уже пора переступать, потому что надо экономить и считать свои деньги. А пока мы продолжаем строить вот такие вот привычные дома из кирпича. Но пройдет совсем немного времени, и сборные дома высокой заводской готовности станут такой же привычной вещью, как компьютер или мобильный телефон. Алло? Да? Камера стоп! Снято! Всем спасибо! Моя ты золотая, как ты вовремя.